Я работал на пожаре у Монтаны. В одну секунду огонь объял все вокруг. И тут вдруг из леса бежит медведь, весь в огне. Это самая прекрасная и самая ужасная вещь, что я видел. Я слышал, у вас есть вакансия. Ты не заблудился? Есть одно место. Знаешь, зачем мы тренируемся? Спасатели первыми встречают огонь. Мы морские котики среди пожарных. Дайте мне шанс, я не подведу. Рано или поздно огонь подберется к нашему городу. Мы тренировались 4 года. У нас есть все знания, вся нужная квалификация. Но без официальной лицензии мою команду и близко к пожару не подпустят. Я говорил, будет нелегко. Хочешь поговорить? Или снова будешь держать все в себе? Нелегко делить мужа с пожаром. Возьми этого грязнуля. Он не грязнуля. Пока, я люблю вас. Насладитесь этим прекрасным видом, потому что вы больше не сможете взглянуть на лес и увидеть в нем одну красоту. Если не это лучшая работа на свете, то я не знаю, какая. Что это? Огонь угрожает домам и людям. Нужны твои парни. Вот оно. Вы гранитогорцы. У меня родилась дочь, и я хочу дать ей то, чего не было у меня. Если огонь пройдет нас, то доберется до города. Пламя в считанных секундах. Это покажется концом света. Но пока вы можете дышать, есть шанс выжить. Она почти не видит тебя в последнее время. Ну, прости. Мы встретим огонь и спасем наш город. Давай! Вы все герои. Никто так не гордится своими детьми, как я горжусь вами. Тебе нужен я? Приди и возьми.